Где я? Лен? Лен, ты меня слышишь? Брент? Брент, что происходит? Как ты? Они тебя не тронули? Верните мою жену! Она жива? Пока да. И будет жить, если ты сделаешь то, что я скажу. Садись в машину. Я все про тебя знаю. У тебя красавица жена. И очень редкий дар. Теперь ты будешь подчиняться мне. Я слежу за тобой. Все время. Жди новых указаний. Вылезай! Ты ошиблась машиной. Уезжай. Не могу! Уезжай сейчас же вместе с ней. Что мне с ней делать? Убить. Я не убийца. Хорошо. Тебе понадобится ее помощь, если хочешь вернуть жену. Этим летом. У меня для тебя предложение. Зачем ему все это? Не знаю. Делай, что я говорю, и твоя жена останется жива. Она красивая. Но если проиграешь или тебя поймают, игра закончена. Ей конец. Время пошло. Что будет, когда все закончится? С чего ты взял, что он отпустит ее? По-моему, выбор очевиден. Держись! Но я дам тебе минуту на размышление. Я не хочу погибнуть из-за тебя. 5. Итан Хоук. 4. Селена Гомес. 3. Я должен быть уверен, что она жива. 2. И когда все это кончится? 1. Ваш ответ, мистер Магна? Я хочу вернуть жену. Погнали! Погнали!